Всем привет! Сегодня у нас в студии такой предмет, который понравится многим велосипедистам, потому что он добавит комфорта в их поездке. Называется он велотрусы. Это действительно трусы, потому что они сделаны из специальной такой сетчатой ткани, которая позволит вам кататься, одевая их под низ. Действительно под низ, на голое тело. Поскольку сверху вы еще должны будете одевать настоящие велошорты, либо велотрусы. Но для чего нужны эти велотрусы? Да вот для вот такого прекрасного, комфортного памперса. Поскольку в них он вшит стационарно и очень удобный, по специальной запатентованной Perlezoom технологии 3D. Он сделан для того, чтобы вам было действительно в поездках удобно, с учетом анатомии мужского тела. Их пододевать можно под велоритузы, под велошорты, под другие велотрусы, в которых, возможно, памперс вам кажется маловатым. То есть они, конечно же, созданы для того, чтобы вам облегчать поездку и делать ее комфортной. Вот такие чудесные велотрусы. У них вверху резинка, которая не позволит им слазить с тела. Тоже максимально плоские швы везде сделаны. Вот они, видите, уплощенные все швы, специально сделанные такие. Очень приятная ткань, она действительно не позволит вам потеть. Будет отлично отводить влагу. Низ этих велотрусов содержит также резинку, они не будут скользить по ноге, они будут хорошо зафиксированы. Ну и, в общем-то, вот легкие, удобные, с очень мягким, удобным памперсом, который будет впитывать влагу, отводить влагу и не давать возможности возникать натертостям, либо же каким-то другим вот дискомфортным вещам во время ваших поездок. Поэтому смотрим, у нас много новинок. Веломода — это, конечно же, в первую очередь удобная и высокотехнологичная одежда для наших велосипедистов. Следим за всеми новиночками, у нас они регулярно появляются на нашем сайте, и мы с удовольствием будем вам их предлагать. В этих велотрусах я сейчас хочу сделать определенные замеры, которые помогут вам сориентироваться в подборе размера. Низ штанины — это 21 сантиметр, то есть объем 42 сантиметра. Длина такой штанинки, давайте посмотрим, по внутреннему шву составляет 24 сантиметра. Ну и самое главное в велотрусах — это, конечно же, объем талии. Он в нерастянутом состоянии составляет 38×2, 76 сантиметров в размере L. Поэтому ориентируемся на эти замеры, подбираем под себя велоодежду и катаемся с удовольствием.